Белое платье, кольца и каравай. Свадьба – начало новой жизни молодых. Вот только, как показывают сухие цифры статистики, ни клятва в радости и горе, ни штамп в паспорте гарантами крепкого союза могут не стать. Как ни парадоксально, но причины скоропостижных разводов – продолжительное сожительство и злоупотребление спиртным. Сотрудники органов ЗАГС предлагают ввести институт психологов. Чтобы мудрый психолог мог подсказать молодым людям, что, ребята, надо быть вот именно такими, какими вы стараетесь узаконить свои отношения. Потому что там рождаются дети. Ведется и статистика ранних браков. Их порог 16 лет. В прошлом году в Липецкой области родились два ребенка, мамы которых не достигли даже этого возрастного ценза. Чтобы зарегистрировать таких детей, приходится оформлять опекунство бабушкам. Регистрация редких имен в органах ЗАГС давно уже не редкость. Ведь на территории Липецкой области проживают более 120 национальностей. Самые дальние африканские страны у нас присутствуют здесь, на территории. У нас есть много из Сирии, из Ливии, Турции, уже не говоря Армения, Испания, Италия. Растет спрос и на выездные регистрации браков, но федеральный закон делать этого официально не позволяет. Так что роспись на выезде пока всего лишь шоу. Среди скорых нововведений в Госдуме обсуждают возможность увеличения срока ожидания государственной регистрации. Сейчас заявление на вступление в брак можно подавать за месяц, в исключительных случаях за два. Есть вероятность, что это время увеличат до полугода. Елена Логинова, Андрей Зубков, Липецкое время.